Стартовал третий федеральный этап всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый». Линии для голосования открыты. Саратовскую область на престижном конкурсе представляет капитан полиции Дмитрий Чумак. 30-летний Дмитрий Чумак в службе участковых уполномоченных с 2010 года. Пришел на участок после окончания профильного вуза и так и остался в мини-министрах внутренних дел, со временем досконально изучив и веренную территорию, и все формы работы на ней. Важными в служебных делах компьютером и табельным оружием владеет уверенно. Умеет убеждать, в том числе личным примером. Сейчас Чумак уже капитан полиции. Живет и служит Дмитрий в Энгельсе. Официальный статус – старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции номер 3 в составе межмуниципального управления МВД России «Энгельское». А вот неофициальное звание еще более обязывающее. А это умнички наши, мы их все хвалим. Вот сколько бы нас сидело здесь, все бы вам так сказали. Это мнение о капитане полиции Чумаке поддержали более 21 тысячи земляков, проголосовав за него на региональном этапе конкурса «Народный участковый». У него есть все шансы, чтобы стать лучшим в России. Это возможно благодаря поддержке земляков, их мнению, к которому наверняка прислушаются и в других регионах. Тем более, что Дмитрий уже успел и сам оставить о себе хорошее впечатление вдали от дома. За участие в охране общественного порядка на Олимпийских играх в Сочи Дмитрий Чумак отмечен грамотой президента Российской Федерации. Имеются и другие награды, но все же самое главное звучит вот так. Лучший участковый на данный момент, которого я знаю. Проголосовать в конкурсе «Народный участковый» можно на портале информационного партнера конкурса издательского дома «Комсомольская правда». Последний день голосования – 10 ноября. Успейте отдать свой голос за самого достойного. И пусть это будет капитан полиции Дмитрий Чумак.